Приветствую, друзья, еще раз. Итак, я пополнил свой PAR кошелек. Быстро покажу, как пополнял. Здесь есть плюсик, пополнить. Нажимаем плюсик, выбираем счет рублевый. Далее здесь выбираем систему, с которой пополнять. Я выбрал Visa, но вы можете выбирать любые другие системы. Вот Юмойна, это Яндекс.Деньги, сейчас переименовали, да. Наличные, Альфа-банк, Клик, Маэстро, криптовалютой некоторой и так далее. После того, как вы выбрали систему, например, вот я выбрал Visa, указываю, насколько пополнить. Я хотел пополнить там на 800 рублей, чтобы на три площадки оплатить. Мне вышла сумма с комиссией такая. И, соответственно, пополнить, нажал, подтвердил. Там вышло поле ввести карточку, номер карточки, все данные, подтвердить. Я подтвердил, пришла смс, я ввел код из смс. Подождал минутки, наверное, 3 где-то, раньше быстрее было. И, соответственно, все. Можете пополнять так, можете пополнять любым другим способом для вас удобным. На комиссию внимания не обращаем, потому что мы будем работать, и нам с прибыли все это в разы вернется. У вас будет готовая автовороночка, которую я для вас приготовил. Вы как минимум будете собирать себе подписную базу и уже как максимум заводить их сюда, давать им возможность зарабатывать, соответственно, и самим получать все эти инструменты. И давайте теперь переходим в бота. Итак, мы попадаем в бота. Нам нужно нажать кошелек, потом пополнить баланс. Мы нажимаем. Видите сумму пополнения? Я введу 100, 200 и 400 рублей. Это 700 рублей. И вот сюда нажимаю стрелочку. Оплатить 700 рублей. Нажимаю. Такая ссылка вышла. Нажимаю перейти. То есть я плачу сразу три площадки. Да? Это 100 рублей, 200 рублей и 400 рублей. Идет удвоение. Вам тоже рекомендую. В принципе, сумма не такая и большая. Давайте теперь у нас здесь сумма. Для оплаты счета, пожалуйста, выберите удобный для вас метод оплаты. Нам, конечно, удобно Pair рубли у меня на нем. И нажимаю подтвердить. Сейчас должно переадресовать на Pair кошелек. Вот я на кошельке, здесь 804 у меня. 700 рублей, сумма 804. Подтвердить. Все, вот вышел бот, что ваш баланс успешно пополнен на 700 рублей. Далее нажимаю статус. И вот он старт. Пока у меня, видите, по нулям. Даже, кстати, вот мы были здесь, когда повыше, когда я нажимал кошелек. Здесь мы видим моего пригласителя. Тут вы видите меня, да? Кто подо мной, либо своего вышестоящего, кто в моей команде. Вот, и здесь все ваши данные будут. Ну ладно, давайте продолжаем. Итак, мы, когда нажали статус, у нас вот появилось это поле. Везде мы видим по нулям. Матрица активирована 0 из 10 и так далее. Нажимаем старт, это самое первое. И нажимаем S1, это 100 рублей. Нажимаем активировать матрицу за 100 рублей. Да. Так, матрица успешно активирована. Давайте активируем матрицу вторую. Активировать вторую на балансе 600 рублей за 200 рублей. Да. Матрица успешно активирована. И нажимаю S3. Активировать матрицу S3 за 400 рублей. На вашем балансе 400 рублей. 400-400 хватает. Да. Все, все три матрицы у меня активированы. На этом этапе мы сделали все, что нам нужно было сделать. И здесь есть мои данные. Вы можете почитать свои данные, посмотреть. Можно нажать продвижение. И здесь вы найдете свою реферальную ссылку. А вот здесь вот поделиться нажимаете и делитесь с кем-то из ваших товарищей, знакомых, кому вы хотите переслать, да? Либо в какой-то чат свой посылаете вот это сообщение. Также можно его скопировать где-то в социальных сетях. Только вашу реферальную ссылку, конечно, отсюда копируйте и ее обязательно куда-нибудь сохраните. Давайте сейчас, как делаю я, копирую имя бота. У меня есть шаблон рабочей зоны. Все ученики на моей обучающей платформе, проходя бесплатный курс обучения, получают такой шаблон, учатся с ним работать. И здесь у нас есть такая папка, чтобы мы быстро нашли. Это наши сервисы, да, куда мы можем, соответственно, вкладывать. То есть мои пароли и аккаунты. Мои сервисы. И здесь вот сервисы, с которыми я работаю. Я сюда также заведу папочку и создам ее названием этого бота. Вот, статус бот. Далее перейду в эту папку статус бот и, соответственно, в этой папке создам файлик с таким же названием. То есть вам тоже так рекомендую сделать. А вообще можете под этого бота сделать полностью папочку с картинками, со всеми инструкциями, да, чтобы туда все слаживать. Но пока я сделаю так. Статус бот. И вот здесь я беру вот эту ссылку свою партнерскую. Вместе со всем текстом копирую и вставлю в документ. Копировать.
вставляем сюда и вот так файл сохранить. То есть вот моя ссылка партнерская. Также я ее беру, копирую сразу, тоже всем своим ученикам в школе я на платформе показываю. Это сайт WordPress, здесь плагин PrettyLink. Делаю перенаправление, прячу ссылочку в перенаправлении сразу, чтобы она была красивая. Здесь у нас статус Matrix Bot. Я вот это окончание сейчас отсюда возьму и поменяю здесь, чтобы было понятно. Будет ссылочка и окончание статус Bot. Я буду понимать, что это партнерская ссылка. И здесь пишу моя партнерская ссылка и вставляю статус Matrix Bot. Пусть будет так. Все. Сохраняю, сейчас сохраню в этот же документ. И распространять буду ссылку не вот эту, а которая у меня сокращенная получится через мой сайт, мой домен. Вот эту копировать. Если я сейчас по ней перехожу, то я попадаю, соответственно, в бота. Вот видите, все хорошо, но ссылочка уже моя коротенькая. И ее как раз уже буду распространять, что вам всем и рекомендую. Вот так я вставлю здесь ниже, чтобы было понятно. Файл сохранить. Все, у меня все готово. Я зарегистрировался в боте, соответственно, показал вам первые шаги, что здесь нужно сделать. И все остальное вы уже постепенно сможете разобраться, почитав, походив по кнопочкам, да. А также в дальнейшем от команды будут обзоры, будет информационный чат, вы уже знаете, есть на него ссылочка. Мы когда переходили, добавлялись в группу, в чат и так далее. В чат сможете всегда зайти, спросить ответ какой-то, всегда посмотреть свой статус сможете здесь. Где вы находитесь, вот у меня активировано 3 матриц из 10, здесь реклама, доступно 14 показов рекламы мне пока, здесь доли у вас какие будут, сможете купить долю, но попозже с этим разберусь, сможете посмотреть свои данные, соответственно, сменить аккаунт Telegram, здесь даже можно изменить email, изменить кошелек, да, видите свой email, давайте я сейчас введу, чтобы привязать его сразу, email успешно сохранен. Все, на этом данный видеоурок закончен. Мы с вами зашли, активировали 3 площадки. Теперь переходите к следующему уроку, узнавайте, как вам получить автовороночку. Там нужно будет подписаться на рассылочку и получить все необходимые инструкции по настройке точно такой же автовороночки, точно такой же системы. С вами был Остап Бондаренко. Переходите прямо сейчас к видео ниже и получайте уже свою автоматизированную систему для приглашения партнеров в этот проект и пополнения своей подписной базы.